22 июля 2035 года, 13:00, рядом с Гори. Итак, перейду сразу к делу. С нами связался сочувствующий нам офицер ААФ. Он хочет перейти к нам. Он уже несколько месяцев был не в восторге от происходящего, но недавняя атака Ксат, резня в Кавале, и то, что было потом, стало для него последней каплей. Теперь он и несколько его верных товарищей решились перебежать к нам. Мы условились, что пока противник ничего не узнал, мы воспользуемся властью этого офицера, чтобы атаковать те самые войска Ксат, что уничтожили Кавалу. Мы договорились встретиться с офицером, его кодовое имя Орест, и его людьми на заброшенной ферме на севере. Затем мы воспользуемся его правом допуска, чтобы устроить ловушку. Это одновременно и большой риск, и большая возможность. Не будем ее упускать. Омега, что там у вас? Успеете вовремя? Прием. 22 июля 2035 года, 14:15, северо-восточный Алтис. Мы теперь чуть южнее места встречи, не волнуйтесь, пара минут, прием. Отлично, не заставляйте Ареста ждать. Нельзя его сейчас нервировать, конец связи. Вы заметили? Ставро, похоже, очень рад иметь на нашей стороне этого предателя. Наверное, да. Иметь при себе офицера зеленых, это может быть огромным преимуществом. Возможно, если мы можем ему доверять. А что Миллер думает про Ореста? Я не знаю, капитан Миллер ни разу об этом не упоминал. Хотя не то, чтобы это многое значило. О чем это вы, американец? Идемте, времени мало. Тихо. Это он. Выходим. Орест, я капрал Керри. Я работаю с ФИА. Да, Ставро мне сказал, что придет американец. Только слушайте внимательно, капрал. Мне кажется, за нами следят. Когда мы свернули сюда, заметили позади машину Ксат. Нельзя, чтобы нас раскрыли. Все в порядке. Можно отходить в лес, мы уйдем еще до того, как они сюда доберутся. Кэрри, слушайте меня. У нас будет всего одна попытка, вы должны их перехватить. Нельзя, чтобы они узнали, что мы работаем вместе. Еще рано. Савалос, Петридис, за мной! Обойдем их справа!
Начинаем атаку. Soldiers, 100 meters front. Machine gunner, 100 meters front. Reloading. Soldier, 75 meters, right up ahead. Прекратить огонь. Все готовы. Отлично, Кэрри. Закончим теперь с этим. Ксат хорошо обучен, их долго за нас возить не получится. Мы можем запросить только один удар. Дайте мне узнать, когда будете на позиции. Удачи. Еще капрал. У моего бойца есть ПТРК. Если считаете, что он вам пригодится, берите на здоровье. Конец связи. Okay, Kerry, assaulting the repair depot will put you and your men in more danger. You'll need to plan your attack carefully.
Luring in the chopper will require more stealth and finesse. If it spots you, it will take defensive measures to protect the units in cargo. Грузимся в бронетранспортер. Board that vehicle. Solid copy. Ready. Ready. Выдвигаемся в направлении ремонтной базы КСАД, где находится поврежденная техника. Дорога патрулируется вражескими бронеавтомобилями. Соблюдать крайнюю осторожность. Смотреть в оба. Сейчас продвигаемся порядка 400 метров по дороге. Вперед. Держитесь, сейчас будет трясти. Пытаемся пойти в объезд. Черт, впереди бронемашина. Аккуратно. Он нас не заметил. Похоже, не заметил. Кэрри говорит арест. Если решили атаковать базу, вам потребуются еще бойцы. Полагаю, у вас там есть поблизости отряды? Когда уничтожите гарнизон и патрульную машину, свяжитесь со мной, я запрошу артиллерию. Конец связи.
Я не думаю, что на Рембазе большой гарнизон. Попробуем справиться своими силами. За мной. Контакт. Вступаем в бой. Я на территории. Не подстрелите. Граната пошла. Вторая. Под огнем. Отхожу вправо. Потеряли. Ты красавец. Готов.
Площадки с техникой чисто. Прикрой меня, перезаряжусь. Иду к зданию, посмотрю там. А вот и бронеавтомобиль. Готов. Савалос, мы справились. Выходим за территорию. Орест, мы на позиции, вызывай их, прием. Так точно, Кэрри, буду держать канал открытым. Трифон, я спартанец главный, видим большие силы противника на базе Варикастра. Я так думаю, это очередной набег за оружием и техникой. Боюсь, больше мы их сдерживать не сможем. Пока что мы отступили на возвышенность. Просим срочной поддержки по нашей позиции. Мы рядом с ней, прием. Вас понял, спартанец главный. Надо и дать ему уже наконец укорот. Отходите в укрытие, начинаем обстрел. Накрытие через 60 секунд, конец связи. Черт. Савалос, сейчас здесь будет жарко. Давай-ка отойдем подальше. Надеюсь, наведение у них на высоте. Ложись! В меня пролетело.
Ух! Мы это сделали! Техника уничтожена. Отходим. Рогатка, я Омега. Операция завершилась успешно. Орес свое слово сдержал. Прием. Вас понял, капрал. Вы отлично проработали, солдат. Я рад, что лейтенант понял, кто настоящий враг нашей страны. У нас с вами общий враг, командир Ставру. Давайте не будем сводить личные счеты. Конец связи. Да, действительно. Ну что ж, Омега, увидимся в лагере. Берегите там себя. Ксат не обрадуется, когда увидит, что ее обманули. Конец связи. Савалос, залезай. На сегодня закончили. Поехали домой. Знатно горит, до сих пор взрывается. Что тут происходит? Two, dismount. Ready. Лейтенант, что вы тут делаете? Я просто хотел убедиться, что наш новый друг успешно дойдет до лагеря. Нельзя же было допустить, чтобы он заблудился по пути, не так ли, Орст? Хватит болтать, идемте. Я уже сказал Миллеру, что с вами, Бритом, у меня дел нет. Конечно же, эль-капитан. Ладно, выходим. Он уезжает. Отлично.
Один я не справлюсь, надо встретиться с союзниками. Будет трудновато. Парни, где же вы тут есть? Выходите. Черт, надо искать. Пока оставлю это здесь. Эви где есть? Это Кэрри. Здесь нет. Тук-тук. Что за чертовы прятки? А кто бы сомневался? Люси, Гикас, вы нужны нашему общему делу. За мной. Аккуратнее, а тут патрулирует бронетранспортер. С боевым модулем. Нам нельзя ему попадаться на глаза. Пока не стрелять, грузитесь в кузов. Если что, быстро спрыгивайте. Огонь строго по моей команде. Так, парни, сейчас продвигаемся до ветряных генераторов. Там нам нужно будет уничтожить патруль.
После чего на место прилетит вертолет. Собьем вертолет и будем свободны. Капрал, говорит Орест, если вы решили уничтожить вертолет, вам нужно иметь с собой дымовые шашки и взрывчатку. У вас есть где-нибудь рядом запасы? С картой там свертись. Когда уничтожите патруль, сообщите мне, и я запрошу помощь. Когда борт будет рядом, отметьте ему площадку дымом. Выберите подходящее место, чтобы пилот смог сесть как можно ближе к нему. Потом можете установить на площадку взрывчатку или подорвать вертолет гранатометом. Конец связи. Вроде все в наличии. Практически на месте, ближе подъезжать опасно. Черт, а вот и они. Contact. AT soldier, 300 meters northeast. Двигаемся аккуратно, внимание не привлекать. Один, два, три, четыре, пять. Пятеро. Контакт. Солдат. 300 метров, bearing 030. Возьми, если попадем с ним на глаза, будет плохо. У них гранатомет с собой. Надо пользоваться, пока стоят на месте. Что дальномер-то не работает? У нас одна попытка буквально. Продолжительный бой нам не нужен. Так, все, не шуметь. Я выдвигаюсь вперед. Стреляй строго по моей команде. Get down. Covering fire. Thank you.
близко. Выбираю позицию, погоди. Практически идеально. Ну что, готово? Гранатометчика нужно выбить. И бойца с подствольником. Target. Machine gunner. Front. Weapons free. Поехали, огонь! Перевязываюсь, прикрывайте. Есть, мы это сделали. Так, оставите здесь. Bingo fuel. Давайте подстрахуемся. Орест, мы на позиции, вызываю их, прием. Так точно, Кэрри, будем держать канал открытым. Грифон, я спартанец главный, мой отряд вступил в бой с врагом у точки Виктор. Мы контролируем район, но нам нужна срочная помощь. Можете отправить нам. Собор, прием. Вас понял, спартанец главный, одну минуту. Гадюка зеленый, говорит Грифон, у нас проблемы в районе точки Виктор. Садитесь в гидру, мы все расскажем по пути, быстрее. Спартанец главный, внимание, мы отправляем к вам вертолет, позывной Гидра. Соберитесь, пометьте площадку, конец связи.
Уже пометил. Леоси, Гикас, сейчас будет вертолет. По нему не стрелять. Все равно не справитесь. А вот и он. Внимание. О, черт. Он нас не заметил. Заметил или нет? Черт, мимо. Он садится. Есть! Ух! Сделано. Грузимся. Леоси, Гикас, машину. Рогатка и Омега, операция завершилась успешно. Ора свое слово сдержал, прием. Вас понял, капрал, вы отлично поработали. Я рад, что лейтенант понял, кто настоящий враг нашей страны. У нас с вами общий враг, командир Ставру. Давайте не будем сводить личные счеты, конец связи. Действительно. Что ж, Омега, увидимся в лагере. Берегите там себя. Зад не обрадуется, когда увидит, как ее обманули. Конец связи. На месте. Disembark. Roger that. Waiting. Ready. Лейтенант, что вы тут делаете? Я просто хотел убедиться, что наш новый друг успешно дойдет до лагеря. Нельзя же было допустить, чтобы он заблудился по пути. Не так ли, Аврос? Хватит болтать, идемте. Я уже сказал Миллеру, что с вами, Бритом, у меня дела нет. Ну, конечно, капитан. Ладно, выходим.
Продолжение следует.